Здравствуйте, меня зовут Фалина Екатерина, я являюсь преподавателем по курсу визажа в Санкт-Петербургской школе телевидения. Сегодня я вам покажу макияж в стиле диско. Я уже подготовила свою модель, затонировала ее, нанесла перитональным кремом базу, запудрила и подготовила веки, нанеся белые матовые тени, чтобы наш макияж смотрелся гораздо ярче. Следующим моим шагом будет то, что я создам цвет. Первым делом я наношу яркие тени цвета фуксии. Наношу только на подвижное веко, во внутренний уголок глаза. И только наполовину. Очень-очень плотным слоем, насыщенным. И дальше смягчаю границы, растушевывая мягкой кистью. Все то же самое мы делаем со вторым глазом. Дальше я выбираю второй яркий оттенок. В моем случае это будет ярко-желтый. В принципе, можно использовать любые яркие оттенки, которые вам больше всего нравятся. И смягчаю границу между двумя цветами. После того, как мы закончили с подвижным веком, нанесли два оттенка, мягко растушевали, мы должны соединить наши тушевки, добавив третий цвет. Более маленькой кисточкой мы проходимся ярко-голубыми тенями по нижнему веку. И также мягкой кистью смягчаем границу, растушевывая. Немножечко уводя наверх в сторону виска, создавая направление. С макияжем глаз мы почти закончили, осталось нанести тушь, хорошо и густо прокрасить наши реснички. С глазами мы закончили. Нам осталось корректировать наши брови, сделать их поярче. Делаем мы это обычными тенями. Цвет бровей. Стараемся выделить их поярче. Чтобы закрепить форму наших бровей, мы прорабатываем их специальным средством, таким как тушь. Он прокрашивает волоски и закрепляет. Далее мы корректируем овал лица, создаем скульптуру, выделяя скулы. И проходимся по всей периферии лица, выделяя лоб, височные зоны.
Далее мы должны нанести румяна. Довольно-таки ярко. Так как в данном макияже у нас нету одного акцента, акцентом является все лицо, и глаза, и щеки, мы добавляем еще яркую помаду, либо яркий блеск. Данный макияж подойдет для вечеринки в стиле диско, либо для любого новогоднего корпоратива, если вы хотите выделиться среди своих коллег. Чтобы научиться делать такой яркий, смелый макияж, приходите к нам в школу телевидения на курсы визажа.